Ну что, я вам обещала показать номер. Делаю обзор номера отеля Васа Тройки, который находится в Алании. Поехали с коридорчика. Вот такой номерок. Начнем с ванны, с ванной комнаты. Вот такая душевая кабина. Душевая кабинка. Горячая вода бежит хорошо, без проблем. Мой номер находится в корпусе Б, но в корпусе А у меня живет подружка, и она жалуется на проблемы с горячей водой. У нее водичка бежит еле-еле тепленькая. Она живет на 6-м этаже, и у нее вода еле теплая бежит. В общем, она недовольна горячей водой. Меня поселили на 2-й этаж. И у меня прям вода бежит вообще кипяток. Я ее даже разбавляю иногда. Ну, как иногда. Когда моюсь в душе, нормально, вода, нормальный напор. Меня все устраивает. Ну, вот такой вот унитаз. Полотенчики все на месте. Вот такая раковина. Фен очень хорошо работает. Такое вот зеркало, шкафчик, в общем, ванна как ванна, ничего такого особенного в ней нет. Места хватает, места много, достаточно. Вот такая вечерняя подсветка ночная в ванне. Поехали дальше. Вот все как во всех номерах. Полочки, тумбочки. Телевизор с плоским экраном, очень большое зеркало, две кровати у меня, прикроватные тумбочки, шкафы очень вместительные, вот один шкаф, ну и вот второй шкаф, то есть места предостаточно в шкафах. И еще мне нравятся вот такие точечные светильники. Всяко-разно можно крутить. В общем, вечерочком я пользуюсь активно этим светильником, ночником. И еще хочу сказать, девочки, если я кого-то сейчас не смотрю, я потом обязательно посмотрю. У меня будет чисто, у меня времени не хватает посмотреть ваши каналы, потому что я в номере не нахожусь. У меня начались веселые дни. Я, естественно, не скучаю. Я уже не одна. Так что вот по поводу... Туркову у меня спрашиваете. Естественно, он сказал, что он очень далеко, он не приедет. Но и бог с ним. Нам и без него не скучно живется. Так, что-то я отвлеклась. Идем на балкон, на лоджию. Вот такая лоджия. Ну и вот такой выход. Вид с балкона. Сейчас уже вечер, все люди возвращаются с работы, единичка едет, автобус. Шумно, блин, свадебную машину не сняла, проехала свадебная машина. Шумновато, балкон не спасает. Не знаю, как Инна Судакова живет на 2-м этаже. В своей новой квартире. Ну, я как бы не айс. Даже когда закрываешь балкон, все равно шум от дороги слышно. Но начинаю маленько таки привыкать. Даже вот сегодня уже спала. Я даже не слышала, как Мула пел там в 5 или в 4 утра. Во сколько они там поют. Настолько у нас дни проходят активно, что я... Просто ложусь спать под утро, утром встаем с Ольчиком,
Идем завтракаем, отсыпаемся на пляже, отсыпаемся, купаемся, загораем. Ну и вечером у нас ночные развлечения. А, еще не показала вам холодильник. Холодильник работает даже тогда, когда выключен ключ из дверей. Вот такой холодильничек. У меня тут шоколадки, айранчик, все дела. Чему я очень рада. Холодильник бесплатно дается. Я за него ничего не плачу. Телевизор тоже ловит канала 3, наверное. Но я даже вот тоже я его не смотрю, этот телевизор не включаю. Интернет очень хороший. Прям вот я могу сказать, что он летает. Ну и кондиционер. В общем, все хорошо. И не говорите, девочки, что грустный голос у меня. Я не знаю, с чего вы взяли, что у меня грустный голос. Но у меня все окей. Я счастливая женщина. Мне совсем не скучно, скучать некогда. Так что турецкие каникулы продолжаются. Следите за моими роликами. Будет очень интересно. Ну, а я на этом прощаюсь. Всем пока-пока!